Аншлаг в зале заседаний городской думы. Более 250 человек пришли на слушания. 235 из них зарегистрировались в качестве участников. Городские округа с внутригородскими районами могут получить новый статус, а городские районы стать отдельными муниципальными образованиями. В этом случае районы получат большую самостоятельность, в том числе и финансовую. Но самое важное в этом процессе то, что у самих районных властей появляется возможность и стимул более качественного администрирования налогов вот на той территории, на которой муниципалитет находится. И это будет, значит, связано с наполнением бюджета и возможностями решения проблем горожан. Планируется, что в Самаре этот этап станет промежуточным в реформе местного самоуправления. Подобный опыт уже реализуется в Челябинске. В пользу деления Самары на более самостоятельные, чем прежде, районы выступили профессиональные горожане. Это председатели МКД, ТОСов, общественных организаций, представители различных партий и другие неравнодушные самарцы. Власть будет в шаговой доступности, каждый гражданин сможет обратиться к ней, и власть будет чувствовать свою ответственность и будет более, так сказать, быстро реагировать на все запросы людей. И это улучшит нашу с вами совместную жизнь в нашем городе. Тогда, когда каждый житель, который лучше всего знает, где живет, какие существуют проблемы, сможет как можно быстрее и обеспеченно денежными средствами обратиться к власти, которая обеспечена средствами для решения этих проблем, тогда эти проблемы будут решены. На слушаниях звучала и критика в адрес предложения изменить статус городского округа. У меня предложение не поддерживать вынесенное предложение о наделении городского округа Самары статусом городского округа с внутригородским делением и более подробно изучить опыт Челябинска с тем, чтобы, уже проанализировав этот опыт, через год-два вернуться содержательно и вдумчиво к этому вопросу. То, что до власти можно будет дотянуться рукой, подкупило сторонников инициативы. Заявки от жителей будут поступать сразу к непосредственным исполнителям, а те, в свою очередь, получат возможность решать вопросы быстрее, эффективнее и сразу на месте. Усилиями наших городских властей проводились ремонты внутриквартальных и магистральных дорог. Но до идеального решения этих проблем еще чего-то не хватает. И может, если мы вместе в районах будем смотреть и решать, что где, и жители вместе с этими районными депутатами будут на месте именно решать эту проблему, это будет правильно. Голосование участников показало, сторонников инициативы изменить статус городского округа на городской округ с внутригородским делением значительно больше. За проголосовало 226 участников, 7 голосов против и 2 воздержались. В ближайшее время соответствующий законопроект рассмотрят в губернской думе. Марина Кравцова, Марина Матвишина, Станислав Левин. События.